В Лондон прибывает тайный агент русской контрразведки Андрей Соловьев. По легенде, являющийся коллекционером антикварных картин Юрием Андрияновым, приехавшим в Британию якобы на выставку английских мастеров 18 века. Однако, его основной целью является разрабатывающаяся тайная британская операция «Гермес», которая работает против России в военно-воздушной отрасли. Тут же по следу Соловьева пускается тайный агент британской контрразведки Джон МакКинли, прекрасно владеющий русским языком. Допрашивая всех, с кем Соловьев общался и заводил знакомство в Туманном Альбионе, МакКинли выясняет, что Соловьев вовсе не тот тихий и безобидный антиквар Андриянов, и его задача – помешать Британии запустить против России операцию «Гермес». Когда я слушаю, ты должен говорить. Вот я и говорю. Он приходил к Портновскому. Интересовался картинами. С виду показался непримечательным. Обыкновенный покупатель. Картины, ну какие-то антикварные вещи. Интересовался, но ничего более. Я ничего не знаю. Раньше они встречались с Портновским? Нет, не думал. Ты мне не врешь? Нет. Ну что? Нет. Это хорошо. Иди. Да, еще. Он сказал, что на родине меня по-прежнему любят, помнят и ждут. Иди. Это я. Я знаю, где Соловьев. Ты все сказал МакКинли. Так как мы с тобой договаривались. Андрей, я рассказал МакКинли все, как вы меня учили. Как ты думаешь, МакКинли тебе поверил? Я думаю, да. Я уверен, МакКинли нас обманул. Здесь дело гораздо серьезнее. Из какого-то антиквариата они не стали бы меня убивать. Готовится террористическая акция под названием «Гермес» против России. И я должен ее остановить. Андрей, будьте осторожны. Мне кажется, что МакКинли что-то затеял. Нехорошие. Меняю девушку на Портновского. Через несколько часов Портновский будет на другом конце света. Через час запуск Гермеса. Ты проиграл, МакКинли. Скорее всего, тебя просто уволят. Какие вы русские все сентиментальные. В нашей организации не увольняют. Значит, тебе остается только одно. Убить меня.